времени, сноровки опять же. Вот наберусь опыта, будут и башни как у людей. Сто пудов. Чего заскучали, мужики? Есть что-то стоящее? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Есть дело мечено. Ну, удачной охоты, сталкер. Сейчас, с черным хлебушком свежим, да с чесночком. Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает. Хорошо, хорошо. Доктор, а что хорошего-то? Спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. Сталкер, хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему.